Ну что ж, всем здорово, чуваки, снова у нас продолжение GTA Online с Серегой и Дмитричем, мной, то есть. И мы, ребята, продолжаем задание серии А, и у нас сегодня байкеры. И вот Серега меня уже приглашает. Да, ну и всем здравствуйте еще раз, конечно. Да, и не забывайте поддерживать канал своими лайками и писать какие-то комментарии, там, что думаете о видео, что можете предложить, чем позаниматься в GTA Online, только без интима, Интим не предлагает ни разу. да. Так, ты уже ознакомился, что там с заданием? Да, надо пробраться под покровом ночи, Ты устранить пригласил позорных, не поднимая шума. позорных. Да, и отогнать фургона Корону. Там должен быть груз медикаментов, якобы. А, вон оно что. Так, а этих нет, что ли? Я что-то не вижу в списке Капитан ребят. Дагестан. Так, его позвал. А, доктор Стрит, не знаю, приглашен, но пока что-то он. Так, мне надо патроны накупить и вообще это хорошенечко всего набрать. Так, бронежилет, полон, микро-ПП, штурмовая винтовка, Ох, какие тут ники. автоматическая винтовка, буллпап. Так, все у меня тут вроде есть. И, кстати, это в комментариях просили вообще рассказать, как мы познакомились, но тут особо рассказывать нечего, потому что мы жили когда-то в одном доме и, по сути, так и познакомились. Да, Сам, почти. в самые давние-давние времена, когда были совсем мелкими, это было дохренище лет назад. А играть, ну, как мы вообще играли, я в свое, Серега в свое играли. И как-то вот иногда ходили в компьютерный клуб играть в Counter-Strike 1.5, по-моему, был, да? Или 1.0? Ой, 1,3 еще, по-моему, даже. 1.3 был, ходили в компьютерный клуб, много там зависали и ночью, и утром, и также и по отдельности ходили. А потом как-то Серега стал свое играть. Ты играл, по-моему, как он там, Jedi Академия, да? Да я во что только не играл, Да. Я по просто сути помню своей. то, что помню. Ну, я играл там в Ла-2, играл там еще в какие-то игры, там туда-сюда тоже. Беззаботная молодость была. Да, и тут как-то это, ну, как-то появилась мысль, у Сереги была куплена GTA-шечка, у меня не было ее, я на пиратке проходил. И потом как-то вроде предложили, как-то скооперировались и решили поснимать вместе, попробовать, что получится. Ну, неплохо получается, я думаю. Так что вот вся история, ничего тут такого нету. Не то, что мы там где-то по интернету, блин, встретились, о. То есть знакомы были вы еще с детства. Да. Так что, в принципе, Хорошо так. друг друга знаем. Да. Да и даже что, даже вот разъехались, и то не особо далеко, там Ну, прикид, конечно, у него. скажем. Ну, вообще же. Ну, еще с шестистволкой, блин, наперевес. Блин, как я хочу шестистволку, блин. 120 уровень, это мне еще столько качать до него. Так, ну что, ребят, собрали мы пати, нормальная. 1.52, второй там, по-моему, какой-то там большой. Так, готов к игре, да? Я еще так спрашиваю, готов к игре, да? Это надо или это или нет? Смотри, они прям такие эти, как мафиози какие-то одеты. На стиле, ребята. Ох. Ладно, я не хочу что-то это как ехать. Так. Поедем с тобой. Я тут свою тачку большую, это, мамонта, Ага. призвал, но это, я ее призвал просто так. Просто так, чтобы было. Призыв мамонта удался. Да. Успешно. Ладно, засранцы, есть дело. Нужно проникнуть в лагерь и с глушаками вынести, короче, всех дозорных. Потом разыскать тачки и угнать их. Кустик немножко подровнял. План такой, пока они спят, снимайте охрану и угоните грузовики. Они утром проснутся, а их кореша валяются с дырками в черепушке, а машины нет. Ха-ха-ха. Это тебе это... Перевод. Я понял, спасибо. Слушайте вы, наверное, не поверите. Я с виду такой уравновешенный. Рон уравновешенный, прикинь. Что за анекдот вообще? Кто и вы? У меня была жена, которая была
как вы. Как памятник Васька. Ну, я был достаточно умен тогда и сохранил свое лицо, бросив ее и убежав. И не надо расспрашивать меня про мою маму. С вашими глазами и ушами, это вы извращенцы, а не я. С такими-то мыслями. Мужчина может любить свою мать нормально. Бля, о чем он несет? Че он за херню вообще базар? Мне кажется, он вмазался реально. Мне даже противно. Это он, наверное, колеса тебе уже заглотил, что мы ему привезли. Ах, ладно, ладно. Так, ребята сзади, они что, на разных тачках? Да, сейчас. Так, неважно, короче. Мы почти приехали. Я тоже путаюсь. Тут дорожка есть вот эта, да? А я тоже думаю, что дороги нету. Так, а, мы к Тревору едем, слушай. О, чувак, а мы первые. Чувак сломал забор Тревора, он ему не простит. Слушай, смотри, на какой тачке приехал, чувак. Да, это офигеть. С обновлением вот это. Да, это эти, как их там. Доберитесь до лодки. А, так, блин, а чем мы вылезли-то? А я не знаю, зачем нам сюда надо было. А, может быть, из-за оружия? А мы взяли оружие-то? А, так у нас есть свое, зачем? Я вообще не понимаю вот эти телодвижения. Ради чего мы ехали туда вообще? О, там трамплишка есть какая-то. Ну, ладно, чтоб я не нырял, как в том видео. Да. Так, ну и чё-то. Ну и чё-то это... Ой, блин. Да залезайте ж уже. Я ж тебе прокачал, блин, скрытность. Ты же этот, ниндзя грёбаный. Да. Это будет прикольно. Если сейчас не затупит никто. Если вы нашумите, то наш этот сюрприз пойдет на смарт. Притусуется. Там есть два чувака, которые смотрят друг на друга. Убить их надо одновременно. Ага. Фургоны не трогайте, пока не снимите всю охрану. Не говори, а то эти... А то эти сейчас услышат, да, почувствуют. Да, почувствуют. Это закон по области. Да. Так, ладно, мы почти приехали. Потому что... Масочки одеваем. А мне даже не написало, что надо маску одеть. А мне, кстати, тоже странно. То есть это ты от себя, да? Ну да, я уже по старой памяти. Как тут залезть-то вообще? Ладно, пойдем поближе. Тут главное не торопиться, конечно. Не будешь торопиться, будет все нормально. А поспешишь, как известно, Серег. Сам знаешь, что бывает. Люлей нахватаешь. Так, этот вроде не смотрит ни на кого там. Это Тревор, что ли, уже базарит? Походу, да. Безумный такой голос треворский, походу. Вот это вот. Я вот обхожу слева, но тут видишь, какая фигня. Здесь они двое стоят прям рядом друг с другом. Я не знаю, как их выносить вообще отсюда. А у них, видишь, конусы показывают, кто куда смотрит. Ну, они вообще вдвоем стоят там. О, сейчас запалят. Кого? Того придурка? Да. Который строит из себя. Запалили. Блять. Ну чё за идиотизм, блин? Ну да куда ты полез? Чё, карту не видишь, что ли? Ну, должен, я его вообще что-то не наблюдаю. Вот тут наш чувак стоит, а больше никого не видно. А, вон они стоят вдвоем. С фургоном, да? Я просто не вижу отсюда. Ага, все, один остался. Не вдвоем стоят там. Остался один. Так, все? Убили? Вроде да. Так. А, пошли искать фургоны. Я знаю, где они стоят приблизительно. Ну вот, я уже нашел. Нашел уже? Да, сажусь. Так, короче, надо их угнать. И будет там погоня, наверное. Да куд... Зачем, блин? Чего? Что зачем? Кто там сигналит? Блин, нет. Меня сбили еще к тому же. Блин. Ладно, я поехал с чуваком с одним. Буду отстреливаться ему помогать. Если будет какой-то смысл. Так, все, мы угоняем, короче. Причем один поехал вообще на другой машине. Так.
Так, теперь главное 5 километров проехать. Так, там впереди кто-то, что ли? Я снимаю. Так, там спереди, слушай, у тебя как жизнь? Нормально? Пока нормально. Ой, блин! А вот уже теперь нормально. Где мой броник? Вот он, броник. Ой, тут народу, блин! Сейчас мне. Сейчас сдохну, короче. А я тоже броник, не могу. Броник, 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 сука, броник. Ну. Блин, я пытаюсь их сбивать, но их тут слишком как-то много. Все, я отличился. Успел. Успел? Да. Вот только за мной там едут прям. Давай, вали всех, кто есть. Так, это наш едет или нет? Да ёшкин кот, сколько же там? Очень так, много. Этого мы подбили вроде. Так, спереди еще кто-то. Все, убили чувака. Ай, хрень собачья. У меня жизни еще хоть жопой жить. О. Блин, я назад отвлекся. Ты не смотри ты назад, блин, я смотрю назад. Сейчас. Сейчас надо ехать как можно быстрее. Так, последний броник сходил. Блять. Давай. Вот. Слушай, нифига себе их тут. Ты не кажешь, что их здесь как-то много? Как-то до хера, да. Их вообще до хрена. Ты передних стреляй, я вообще только назад смотрю, Серёга. Я понял. Так что можешь только вперед стрелять, а я здесь что-нибудь уже попробую. Так это нас догоняет, да? Сейчас мы. О! Тяжело. Блин, тяжело так целиться, это честное слово. О, хорош. О! Норм. Так, ну мы почти доехали. Ох, фу-фу. Слушай, я даже от перенапряжения, даже это, как его, забыл, что надо что-то говорить вообще. Я уж увлекся уже, лишь бы сбить кого, лишь бы кого-нибудь. Ты остановился, врезался в стену, и прогрузка пошла. Что за фигня? У меня, сейчас, кстати, у меня раньше не было такой прогрузки, кстати, как сейчас бывает. Не знаю, с чем это связано. Так, ну мы доехали. Тем так не менее, иначе. Да. Так или иначе, но мы добрались. О, жопа. Жопное задание, конечно, ничего не сказать. Опять вот так же спрыгивает. Эй, ребята, ну пропащи, надеюсь, они на нас не подумают, что мы всю эту кашу заварили. Мы же с ними соседи, а я все-таки стараюсь не срать прямо у своей двери. Но если только Тревор скажет так сделать. Я вообще Тревора обожаю. Все, что он говорит, я все делаю. Говорит гавкать, я гавкаю. Говорит петушком ходить, я хожу. Смотрите, у меня есть игрушечка. Оп. А там синие таблеточки. Да. Пускай мой брак спасать уже поздно. Ну да и хрен с ним. Зато у меня есть колеса. Все, валить отсюда. Так, ну все, ништяк, Серега. Замутили мы. А, да, опять-то на платину вышел. Я, кстати, в лагере этих пропащих вообще никого не убил. Вообще никого. Я там ходил только и целился. Не, я двоих снял со снайперки и все. Ну вот, а я ходил, так никого и не убил там. И закончили мы, в принципе, там же, где это начинали. Чувака сбил машину. Да, получается, звезды. Ой, хочу на этой машинке прокатиться. А он тебя возьмет? Возьмет с собой? Ну, я как пассажир сел, да. Ой, прикольно, слушай. Мафия 2. Да, это точно. Так, ну что, Серег, в принципе, я думаю, все прошло неплохо. Не с первого раза, да. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте свой лайк, подписывайтесь на канал.
И увидимся чуть позже, конечно же, в следующем видео, в следующем подготовительном задании. Всем пока.